Hey there! С вами проект Where is my English? Меня зовут Зоу. И вы на седьмом занятии по разговорному английскому. Добро пожаловать! Сегодня мы с вами разберем такую вещь, как мне что-то сделать. Скажем, как мне проехать в аэропорт, или как нам там, подзарядить iPhone и так далее. У многих людей возникает проблема с этой фразой. Да, мне даже писали об этом, мне спрашивали часто об этом. Поэтому сегодня, собственно, ей будет посвящен выпуск. Окей. Говорится все очень просто. How do I? How do I? Да? Как мне? Вместо I может стоять we. Например, как нам? How do we? Да? Это уже в зависимости от того местоимения, которое вы используете. Вот. Давайте разберем несколько наиболее употребительных фраз. Например, проехать в аэропорт, как вы говорите. Go to the airport. How do I go to the airport? How do I go to the airport? Попробуйте. Окей. Например, или как нам подзарядить iPhone, да, спрашиваете вы в лобби отеля. How do we charge our iPhone? Charge our iPhone. Подзарядить наш iPhone. How do we charge our iPhone? Естественно, вы не должны забывать о том, что данные фразы должны предваряться excuse me, sorry, это вообще в базовом варианте, да? Будьте всегда вежливы, мир пойдет вам навстречу. Ну, собственно, лексика ниже, под этим видео. А я жду вас на следующем уроке. Подписывайтесь, ставьте лайки, расшаривайте, and bye!